Майданчики для баскетболу, волейболу та футбольне поле зі штучним покриттям. Уперше за чверть століття у спортивній школі номер 4 у Кам'янському реконструюють стадіон. Нині вже облаштували основу, уклали комунікації та встановили паркан. На стадіоні будуть бігові доріжки, роздягальні і трибуни. Також зроблять майданчики для воркауту і катання на скейті. Площадь этого стадиона более 7 тысяч квадратных метров. А уже готово к укладке профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием, полноразмерное, размером 104 на 70 метров. В этом году мы строим и реконструируем более 20 спортивных объектов на территории всей нашей Днепропетровской области. Инвестиция в наше будущее. Вот дети должны привыкать вот с таких вот лет, чем раньше, тем лучше, вот, к тому, что их окружает самое лучшее, самое современное, они чувствуют свою заботу. Это позитивный момент, в первую очередь, для наших детей. Потому что будет выйти здесь с детьми прогуляться, провести хорошие выходные, время свободное.